М6 Студио и Метод Анимасьон представляют. Привет, я Николя. Авторы сценария Рене Гассини и Жан-Жак Сэмпэ. И на урок я с друзьями бегу опять. Хочешь с нами? Продюсеры Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексей Сванар, Лилиан Эш, Дабас Шакраварти. Парниками, ведь я Николя. Обычный мальчик, я не люблю решать задачки. Композитор Александр Азария. Обычный мальчик. Режиссер Арно Бурон. Привет, я Николя. Луизет. Привет, Николя. Привет, Николя. Мы хотели поиграть в футбол на пустыре. Идешь? Быстрее. Если опоздаем, не успеем к чаю. Конечно, я иду. Я буду капитаном команды. И куда это ты собрался? Это будет непросто. Мы тут с ребятами хотели поиграть. Извини, в футбол. Извини, дорогой, но футбол подождет. Я пригласила твою подругу Луизет и ее маму на чай. О, нет, Луизет девочка, а с мальчишками веселее, чем с девчонками. Хватит уже, Николя. Иди сейчас же в дом. Удачи тебе, Николя. Да, она тебе понадобится. Спасибо, ребята. А? Привет, заходите. Добрый день, я так рада тебя видеть. У меня так много новостей. Ты похож на пингвина, Николя. Я честно сказала ей, что есть занятия получше. И если взять тебя в руки, определенно можно чего-нибудь добиться в жизни. Конечно, я... Она ответила, что ничего об этом не знает, и к ней все это никакого отношения не имеет. Можешь в это поверить? К ней отношения не имеет. Может, она... Не думал, что кто-то может столько говорить. Это дается легко. Если хотите, вы можете поиграть. А ты, Николя, веди себя как джентльмен, хорошо? Ладно. Луизет, идем ко мне в комнату. А затем, конечно же, капитан Гром спасает вселенную. Он прыгает. Что такое, тебе не нравится? Любишь истории про котят? Девчонкам не дано понять величие капитана Грома. Почему? Там совсем нечего понимать. Можно придумать более интересную игру. Например, этот самолетик. Такой красивый. Нет! Да, это единственная хорошая игрушка. Может и так, но он не для девчонок. И он слишком хрупкий. Так что мы не можем играть с ним, ясно? Нет. А если не разрешишь мне поиграть в него, я пожалуюсь твоей маме и скажу, что ты был груб и не давал мне свои игрушки. Ладно, хорошо, но осторожно. Нет! Ух ты! Ай! Смотри, что ты натворила! Должна тебе признаться, что я просто не выношу людей, которые искажают факты или сами придумывают. Ой. Кажется, детям там весело. Эй, мне больно! Зато ты успокоился. Пошли, нужно спасти твой самолет. Луизе, постой! Невероятно. Можно нам поиграть в саду? Луизе! Ну, наверное, а там не холодно? На улице можно простудиться и заболеть. Пожалуйста, мамочка, мы с Николя тепло оденемся. Да-да, мы будем хорошо себя вести, обещаем. Ну ладно, но если пойдет дождь, вы немедленно возвращаетесь, ясно, Николя? Да, мам! Давай же, подсади меня, если не можешь залезть сам. Я не могу залезть? Но погоди, я могу залезть гораздо выше, чем ты. У тебя очаровательный сын. Так хорошо себя ведет,
особенно с девочками. Он хорошо влияет на мою дочь. Спасен! Ура! Теперь можешь даже и не мечтать поиграть с ним. Ха, да какая разница? Оказалось, он не такой хороший. И летает он плохо. Найдем что-нибудь другое. Ну, конечно. Если б меня не заставили играть с тобой весь день, то все было бы прекрасно. Я бы играл с друзьями в футбол, это было бы здорово. Завязалась бы потасовка, а я хорошо дерусь. Ну, и что же тебя останавливает? Ну, ты... Я тоже хочу уйти. Только нам нельзя, помнишь? Трусишка. Что? Ну-ка повтори, если не боишься. А, тебе нужны очки. И к тому же, ты трус, ты трус, ты трус. Я не трус. Ладно, так мы с тобой идем играть? Конечно. Наконец-то, но нужно быть осторожными. Почему? Наши мамы не должны нас увидеть. Я не понимаю, зачем обсуждать это снова и снова? Главное, хорошая скидка. Но в любом случае цены должны быть сопоставимы. Все хорошо, успокойся. Мы уже далеко, нас не увидят. Да, но что будет потом? Если нас поймают, мне не дадут пудинга, а виновата будешь ты. Подумаешь, пудинг. Зато мы повеселимся. А нельзя получить все сразу. А, привет! Николя, ты как раз вовремя. Мне срочно требуется замена. Пора перекусить. Всем привет! Привет! В чем дело? Я тоже хочу играть. Николя, скажи, что мы отлично поиграли сегодня. Ну, ладно. Это правда. Мы весело провели время, но футбол это не то же самое, это мужская игра. Дайте мне мяч, и я покажу, что я умею. Встанешь на ворота, Николя? Что? Если я забью гол, то буду играть вместе с вами, идет? Я не против, но не реви, если выставишь себя на посмешище. Может, это ты боишься пропустить мяч на глазах у всех? Ну, я предупреждал! Так, ты даешь свисток, или мы до вечера будем тут стоять? Теперь я играю с вами. Вступай в мою команду, и я куплю тебе машину. А я отдам последнюю булочку. Ну, нет, не отдам, но в следующий раз захвачу еще одну для тебя. А я одолжу тебе мой свисток. Только одолжу, мне запретили его дарить. Ну нет, Луизет моя гостья, она в моей команде. И что, ты вообще не хотел принимать ее в игру? Вообще-то, ты тоже. Бросим монетку. Нет. Мы каждый раз теряем монету и устраиваем драку. Все равно Луизет будет играть со мной. Ребята, мне тоже есть что сказать. Я хочу играть в команде Николя. Возьми меня к себе, Николя, и я куплю тебе машину. Эй, ты на чьей стороне? Я не виноват, что я одновременный игрок и судья, и спортивный комментатор. А кто в этом виноват, по-твоему? Это все ты, ведь ты жадина и никому не даешь свой свисток. Эй, ребята, она сейчас забьет. Гол! Хулиганы! Кто это сделал? Думаю, пора бежать. Я все равно узнаю. Быстрее, или нас поймают! Не волнуйся, это же я разбила стекло. Но если моя мама узнает, что я был там, мне грозит наказание на всю неделю.
хорошо, мы в безопасности. Как дела, Николя? Хорошо повеселились? Мне звонил месье Эскорбее. Ты разбил его витрину. Ну, мам, это не я. Ладно, мы же не специально. Мы с ребятами играли в футбол. Я же запретила тебе сегодня куда-то уходить. Да, но мы подумали, что... Никаких оправданий. И я просила тебя позаботиться о нашей очаровательной гости. Понимаете, мадам? Конечно, Луизет, я отлично понимаю, что это не твоя вина. Это все проделки Николя. Нет, я не это хотела. Забудь, Луизет, все не так плохо. Уверен, тебя же накажут. Что значит не так плохо? Может, это не ты разбил витрину месье Эскорбие? Да, это я. Ладно, Луизет, иди домой. Твоя мама тебя ждет. А мне нужно серьезно поговорить с Николя. Может, ты еще не мужчина, но уже настоящий джентльмен. А теперь, после того, как ты здесь все подметешь, можешь помыть пол, протереть пыль, расставить книги в алфавитном порядке. А когда справишься, посмотри, краска каких цветов мне нужна. Понял? Да, мсье Эскорбие. Отлично, за работу, маленький дикарь. Неважно, что меня заставили тут убираться. Оно того стоило. Луизет замечательная. Когда мы вырастем, обязательно поженимся. Она забивает отличные голы. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».